Всем привет! Сегодня я решила снять какой-то необычный влог, блог. Не знаю, как назвать это видео, но сегодня я бы хотела вам показать мою косметичку. Я еще никому не показывала мою косметичку, но вам сегодня и прямо сейчас покажу. Погнали! Вот моя косметичка, она вот такая вот с ручкой и цепочкой. Она очень мягкая и вместительная. Вот тут какое-то необычное, не знаю что даже. Это не свалка, потому что тут все очень красивое, не разложено, все красиво выглядит. Ну, когда не вместе, конечно же. Но сейчас я все отдельно разложу и вам покажу. Вот я все тут красиво разложила, они отдельно выглядят еще красивее, чем тут, сами посмотрите. Начну уже все показывать. Пожалуй, начнем с этих помад. Первая помадка у меня такая вот фиолетовая. Она как бы со вкусом очень сладких конфет. Мне этот вкус очень нравится. И запах тоже такой. Вот, у меня она почти закончилась. Вот чуть-чуть осталось. Очень много использовала. Вторая помадка, это у меня вот такая вот помадка. Тут написано «Шоколад». И она мне чем-то напоминает колу, потому что у такой же помадки Coca-Cola такая же вот формочка и такой же цвет. Но это написано, что шоколад. И запах тоже, как у шоколада. Вот. Так много еще есть. И запах меня просто убивает. Потом тут у нас такая же помадка, только это уже со вкусом и с запахом лимона. Ой. Вот. Так, у меня тут какие-то неполадки, я попробовала его как-то смешать, растворить, снова залить форму, но из вот этого роста получилась вот такая вот помада. Я не знаю, это вообще можно сейчас использовать или нет. Вот, следующая помадка, это у меня такая желтая помадка-карандаш, вот. И она как бы для того, чтобы сначала контур нарисовать, а потом накрасить губы. Это обыкновенный белый вазелин, вот. И я ее не часто использую, но просто у меня часто губы не засыхают. И потом такая же помадка, только розовая уже. Вот. Так. С помадок, пожалуй, закончили уже. И приступим к детолу. Это гель для рук, быстро засыхает, практически за несколько секунд. Это с запахом ромашки, защищает 99,9%, вот, сами посмотрите. И крутой запах после засыхания, очень люблю использовать. Да, еще это очень полезно, когда идем в поход или в театр. Вот, потом у меня еще одна помадка, это у меня помадка от Велина. Вот такая вот с блестками. И я не понимаю, что это за цвет. Тут что-то вроде смешано розовое и коричневое. Еще блестки. Я это не использую, в смысле, иногда использовала. Видео вообще не использую я тени, помады. И тут я использую только вот это. Вот. Это простые блестки, они очень прикольные, а это не сказала бы. Потом у меня тут зеркалки, вот сзади это зеркалко выглядит очень красиво, розовый, кстати, мой любимый цвет это розовый, если что. Вот тут это тоже зеркало, тут девушка, которая моргает, и потом тут у меня две маленьких вазелинчика, и... Вот, первый вазелинчик такой красный, со вкусом клубники и с запахом. Вот, я тут испоганила уже все. А это такой зелененький вазелин, опять же детский, но это уже с экстрактом ромашки. У этого запах не очень. Ну, я и это тоже, конечно же, испоганила. Вот дальше у меня идут вот такие вот
крутые блестки, очень люблю их. Я использую их только для маникюра. Для чего же еще я должна была бы их использовать? Не понимаю. Ну, у меня там было 12 цветов, и 6 цветов я испоганила. Сейчас, вот тут у меня столько духишек. Сейчас всех их сниму и вам тщательно покажу. Вот я выложила мои духишки, вот. У меня такие вот маленькие духишки от Oriflame. Не знаю, сколько их тут штук. Можно, конечно же, посчитать, но нервов не хватит. Тут у меня они очень такие не маленькие, но можно некоторые хранить в сумочке, но когда идем куда-то и забыли духи дома на себя, напялись, не знаю, что делать. И мы можем взять и налить на себя баллончик. Ну, не весь, конечно же. Ну, в общем, еще вот такая вот большая, очень большая духишка с гадким запахом. Если бы вы сейчас были вот здесь, тогда почувствовали бы этот гадкий запах. Нет, все, к рукам прилипает этот ужасный запах. И не знаю, зачем я его храню. Вот, ребят, это были все мои духишки. И продолжаем. Еще у меня в косметичке я храню один такой вот маникюр. Честно говоря, я ее вообще не использую. На всякий случай, просто в косметичке лежит. Не знаю, откуда там место нашлось. Ну, вот. Такое розовое с блестками. Привлекательный цвет, но почему-то не использую. Я вообще маникюр в последнее время не использую. Ладно, всем спасибо за просмотр. Ставьте палец вверх. Пока-пока.